Всем привет! Сегодня будем делать финскую свечу. Финская свеча — это небольшая отопительная костровая свеча для приготовления еды в походных условиях. Такой свечой нельзя будет достаточно хорошо обогреться, но такой свечой можно достаточно быстро что-то приготовить. Вот такой вот. Поленом все. Сейчас мы его рубим на 2-3 части. Ну что ж, разрубил я его вот так вот. На 4 части. 1, 2, 3, 4. Здесь оно вот так подходит. Для этого берем клинья и вставляем их в промежутки. Вот таким вот образом. Теперь будем эту свечу разжигать. Для этого разжигаем любой применяется. У такой свечи есть несколько вариантов ее использования. Точнее, не использование, а приготовление такой свечи. Это домашний. В народе такой свеча называется костер медленного горения, либо же финская или лесная свеча. То есть можно на ней немного разогреть руки, но не более этого. Кипячу сейчас, доводится уже почти что до кипения мой чай. Чай грушевый. Горяченький. Thank you.
а для того, чтобы она у нас прокрутила тлеть, гореть, нужно просто развернуть все дело, и тогда его можно использовать повторно.